Новая азиатская криптовалюта. Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана», сообщил о планах развития рынка цифровых валют в Казахстане. Келимбетов отметил важность блокчейн и криптовалюты в современном мире. «Мы считаем, что AIFC может стать международным центром для операций блокчейн, и развитие рынка цифровых активов является нашим ключевым приоритетом в ближайшем будущем», сказал Кайрат Келимбетов.